Здравствуйте, наши дорогие, добрые друзья, любители, почитатели, ценители концертных программ Римско-католического собора на Малогрудинской. Идет Великий пост. Уже скоро Верное Воскресенье. Именно на это время, на 28 марта, было запланировано ранее исполнение филармонической хоровой капеллой Ярославия величайшего сочинения Иоганна Себастьяна Баха, его высокой мессы си минор. И что это исполнение по известным всем причинам не состоялось, а перенесено на более поздний срок. Эта месса уже звучала здесь в нашем исполнении в прошлом году, и поэтому хотим вам предложить посмотреть и послушать ее вновь, но в записи. Убеждены, что в наше непростое время эта чудесная музыка поможет нам пройти все испытания, преодолеть, пережить все жизненные трудности и невзгоды. Будьте здоровы, будьте счастливы и до новых встреч на концертах в Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малогрудинской. Спасибо.